глубоко есть эйдс. Поэтому я понимаю, что Иисус сказал. Я кассирал маны. Кто со мной? Tas nevar būt pret mani. Tot ne может быть против меня. Ja mēs esam draudzē. Если мы церковь. Ja mums ir dota mācība. Если нам дано учение. Ja mums kungs ir devis virzienu. Если нам Бог дал направление. Ja mēs darām to, kas mums, ko mēs darām. Если мы делаем то, что нам нужно делать. Что мы делаем. Tad tas, kas ir ar mani. Tad тот, кто со мной. Viņš nevar būt pret. Он не может быть против. Jo mēs esam vienā garā. Потому что мы в одном духе. Mēs ejam uz vienu mērķi. Мы идем в одну цель. Mums Dievs ir ielicis vienā draudzē. Нас Бог поставил в одну церковь. Kā tu vari teikt? Как ты можешь говорить? А куда тебе вали no manis? А что тебе нужно? А куда ты мне вылезти мир? А что ты мне тут не даешь покоя? Tu nevar man tā pateikt. Ты не можешь мне так говорить. Ja tu esi vienā garā ar mani. Ты со мной в одном духе. Ja Dievs tevi ir ielicis šeit draudzē. Если тебя Бог поставил сюда в церковь. Ja Dievs tev nav šeit ielicis. Если Бог тебя сюда не поставил. Un tu šeit esi atnācis mani kontrolēt. Или ты сюда пришел меня контролировать. Vai kaut kādā veidā man nolikt pie vietas? Или каким-то образом меня поставить на место? Tu te nepastāvēsi. Ты здесь не устоишь. Vienkārši izlidos ārā. Ты просто вылетишь. Tāpēc, kad mums ir mērķis konkrēts. Потому что у нас конкретная цель. Un tas, kas ir ar mani. И тот, кто со мной. Kurš ir saņēmis garā atklāt. Который получил в духе откровение. Ka viņš ar mani virzās arī virzienā. Что он со мной пойдет в этом направлении. Tas arī nostiprināsies šeit. Тот и устоит здесь. Un tas arī nostiprināsies šeit. И он здесь утвердится. Savādāk nebūs. По-другому не будет. Kādu laiku atnāks te. Какое-то время придешь тут. Pasēdēs. Посидишь. Redzēs, ka, nu, tā kā, nav tā kā tev gribētos. Увидишь, что тебе здесь не так, как тебе хочется. Cietīsies, cietīsies. Будешь терпеть, терпеть. Vēlreiz pateiks, да ну. И один раз скажешь, да ну. Un aizies prāt. И уйдешь.